Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Honda Jazz 2006 года выпуска. Объем двигателя 1,2 литра, L12A1. Крышка. Маслозаливная горловина чистая. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. 14 килограмм. Второй цилиндр. 14,5 килограмм. Третий цилиндр. 14,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 15 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.